Скоро майские праздники, бать, дай рецепт шашлыка. Да не вопрос. Ща батя намутит. Говядина, свинина, курочка. Все это я купил на рынке у Иришки. Ну вот, Иришка мяско мне нарезала. Так, отрезай половину? Да, да, давай вот так. Замечательно. Красота. Да. Стоп, стоп, стоп. Сейчас многие, наверное, говорят, фу, почему без перчатки, она тебе продала мясо. Я сам готовлю без перчаток. И Иришка с удовольствием ест то, что я готовлю. Поэтому и я с удовольствием у нее покупаю мясо. Ну вот, мясо все разделали. Берем небольшой кусочек. Волкодав, голос. Голос. Молодец, умничка моя. Маринад я сделаю универсальный. Сначала добавляю лук. Вот так вот ее хорошенько жамкаю. Надсолить. Поперчить, если ветер позволит. Горчицу зернистую. И сок гранатовый. Главное, чтобы был натуральный. Все это дело перемешиваем. Гера, отстань. Отстань, говорю. Жидкости примерно должно быть вот так. Чем дольше будет стоять, тем лучше. Можно даже сутки. Кровайся, на что кайфуешь, да? Только что вроде солнышко. Это что, Маш, салат делаешь? Да. Нет. Красота. Паша, голос. Паша, голос. Дурында, я не тебе говорю. На, кушай. Гера вместо тебя отработала. Маш, я тебе хорошо помогаю? Ничего. Дождик прошел, можно и делами заниматься. Убираем решетку. Ну вот, ставочка для мангала готова. Теперь на столе можно и на шампурах жарить. Понеслась. Так, говядину насадил, свинину насадил, курицу насадил. Сейчас будем жарить. О, пошла жара. Красота какая. Волкодав играет. Чё там нюхаешь? Муж приходил, что ли? Так, говядинка у нас готова. Вот она сочная. Свининка тоже подошла. Тоже сочненькая. Ой, дождик пошел. Так, 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 убираем все. Думаю, соус успею делать. Майонезика, соевый соус и чесночок. Перемешиваем. О, как гремит. Говядинку вот так вот нарезал. Сверху соуса вкусненького. Помидорчики, огурчики. Зеленушку немножко. Заворачиваем. О, поляночка готова. Всем приятного аппетита. Спасибо. Ну что, батя может?